Сегодня заготовку леса нельзя представить без таких современных машин, как «Харвестер» и «Фарвардер». Это лучшая пара техники для заготовки, которая может заменить до 80 человек, работающих по традиционной технологии. При этом объем обработанной древесины несоизмерим с ручным трудом. При традиционной заготовке леса бригада из 7-8 человек заготавливает 8000 кубометров в год. А применение связки «Харвестер» плюс «Фарвардер» дает возможность заготавливать до 60 и более тысяч кубов. Состав бригады лесозаготовительного комплекса состоит из высококвалифицированных рабочих, операторов «Харвестера» и операторов «Фарвардера». Вырубка леса лесозаготовительными машинами начинается с тщательного изучения бригадой технологической карты разработки лесосеки. Это один из главных документов, в котором указаны сведения о лесном участке, на котором будут производиться работы, схемы и порядок его освоения, виды и способы рубки леса, характеристики лесного фонда, такие как породный состав насаждений, наличие подроста, грунтовые и рельефные условия, размещение лесопогрузочных пунктов, расстановка машин. В общем, все детали, которые нужно учитывать при проведении лесозаготовительных работ. Как заявительно заезжаешь, смотришь тебе карту, сколько хвои, сколько березы, сколько тех сырья, дров. Каждый по-разному. Особое внимание рабочих обращается на соблюдение правил техники безопасности на всех видах выполняемых операций. Первым в работу вступает «Харвестер». Это уникальная машина, представляющая собой основную часть лесозаготовительного комплекса, отличающаяся потрясающей проходимостью. Болото, грязь, снег, неровности грунта ему абсолютно нипочем. Это очень важно при ведении работ в таких сложных условиях, как в лесу. «Харвестер» выполняет всю работу сам, а после него на месте лесоразработки остаются лишь ассортименты, подготовленные к вывозу из зоны лесозаготовки. Средняя производительность «Харвестера» — 10 кубометров древесины в час. У нас выработка суточная, 80 кубов за 8 часов. Ну, пилинка больше, если лес нормальный. Эта техника может делать с лесом все. Нарезать 6-метровые стволы или тонкие, почти ювелирные деревянные диски. Главный механизм «Харвестера» — харвестерная головка, которой оператор управляет с помощью компьютера из кабин. Когда смотришь на работу «Харвестера», возникает ощущение фантастического фильма. Но это абсолютная реальность, и принципы работы, на первый взгляд, довольно просты. С помощью манипулятора оператор подводит к дереву харвестерную головку, которая обхватывает ствол огромными ножами. Захват, и пила срезает дерево практически под корень. Затем головка поворачивается, располагая дерево горизонтально. И дальше вальцами ствол протягивается и очищается от сучков и коры. За считанные секунды ножи и пила отрезают части ствола и превращают дерево в набор строго определенных по размеру ассортиментов. Секрет быстроты работы «Харвестера» в его компьютерной начинке. В компьютер загружается специальная программа, которая настраивается по нескольким сотням параметров — от породы деревьев до объема хлыста и стоимости. Собственно говоря, все просто, если не принимать во внимание сложность управления и сложность работы этой техники. Оператор «Харвестера» должен знать механику, электронику, гидравлику, понимать все принципы работы всех систем машины, владеть навыками работы с компьютером, знать правила лесопользования, разработки лесосек, технические условия на заготавливаемые ассортименты и многое другое. За кажущейся легкостью работы огромное мастерство оператора и постоянная практика. Помимо технических знаний, оператору для успешной работы нужны отличная координация движений, большая выносливость, умение сохранять концентрацию и держать в уме одновременно десятки важных факторов, от которых зависит производительность труда и, в конечном итоге, заработная плата работника. Когда «Харвестер» закончил работы, это не означает, что весь процесс лесозаготовки завершен. Нужно собрать и перевести спиленную древесину на специально отведенные площадки для ее хранения и дальнейшей перевозки на железнодорожные и водные терминалы в целях ее реализации. «Харвестер» уже этого сделать не может. И для таких работ используется другая, не менее уникальная машина — «Фарвардер», название которой переводится как «перевозчик».
В функции фарвардера входит работа по сортировке, сбору и вывозу древесины с места, где происходит валка леса. Эта машина состоит из манипулятора-захватчика и погрузочной тележки. Она обладает исключительной устойчивостью, что крайне важно при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и проходимостью, которая позволяет передвигаться машине с тяжелым грузом даже по захламленной и болотистой местности. Оператор фарвардера стремится свести к минимуму перемещение по местности без груза, поэтому начинает работу с дальней точки лесозаготовительного участка, а затем подбирает максимальное количество сортиментов по ходу следования к пункту разгрузки. Здесь оператор должен сложить древесину в штабеля по размеру и по сортам. 200-300 оптимального волока, длина волоков. Бывает длиннее, бывает по 500 метров. Деловые породы собирать поприятнее, побыстрее. Это фанкряж, это пилочник, он... кряж объемный, быстро, ну, балансы, да, бывает. Самое такое, кому не нравится, что оно собирается долго и муторно, ну, как бы, что делать, приходится все равно. Большая часть рабочего времени операторов фарвардера приходится на управление манипулятором, что также требует от работника аналогичных знаний, как и от оператора харвестера. Уровень производительности фарвардера зависит от множества факторов, и кажущаяся простота работы этой машины полностью подчинены мастерству человека, ею управляющего. Лесозаготовительные машины работают в круглосуточном режиме. Смена рабочих длится по 8 и более часов. Поэтому крайне важно обеспечить работников максимально комфортными рабочими местами и бытовыми условиями в период проживания на вахте. У операторов лесозаготовительной техники особый образ жизни. Это связано с удаленностью мест работы и требует от них способности и готовности работать в одиночку на удаленных лесных участках, умения самостоятельно принимать решения. Меня тут данный график вообще очень как бы устраивает. Вот и отдыхаешь много, неделя все-таки. Это все думают, все, кто работает 5 через 2, что вот у вас там мини-отпуска. Как бы. Ну да, на самом деле оно как бы так и есть. В период работы на вахте операторы проживают в благоустроенных вагончиках, обеспечены спутниковой связью, на участке также находится ремонтно-механическая мастерская и баня. Крайне важным является вопрос безопасности. Харвестеры и фарвардеры оснащены бронированными стеклами, что сводит риск получения травмы к нулю. Главное – это четкое соблюдение всех правил техники безопасности самим работникам, начиная с таких мер, как ношение каски и спецодежды, которая делает человека хорошо заметным на лесном участке. Знание операторами харвестера и фарвардера технических и других характеристик машин позволяет эффективно использовать сложную и дорогостоящую технику, сокращать затраты предприятия из-за ее простоев и ремонтов. Устранение небольших неисправностей входит в обязанность оператора, а для ремонтов техники и ее сервисного обслуживания всегда наготове сервисная служба механиков, которая оперативно выезжает в лес для проведения диагностики и ремонтных работ в случае поломки и выхода из строя машин, их оборудования и систем. Работаем как бы сезонно, летом сыро, грязь, техники как бы очень сильно достается, техника ломается. Для того, чтобы стать квалифицированными работниками, операторы харвестера и фарвардера должны иметь профессиональную подготовку по специальности машинист-тракторист категории D, получить дополнительное образование по программе «Оператор харвестера и фарвардера», пройти обучение сначала на тренажере-симуляторе и лишь затем приобретать навыки работы на реальной машине. Все лесозаготовительные подразделения Сегежа Групп, в том числе лесопромышленный концерн Кипелова, заинтересованы в том, чтобы на заготовке леса работали настоящие профессионалы. Компания тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями по программам подготовки операторов, харвестеров и фарвардеров. Это востребованные и перспективные лесные специальности.